Китай продолжит экономические реформы, несмотря на изменение кредитных рейтингов. Так, министр финансов КНР Лоу Дивэй прокомментировал решение агентства Moody's понизить прогноз по суверенному рейтингу Китая со стабильного на негативный. Нынешний рейтинг страны подтвержден на уровне AA3. Это низшая ступень в категории обязательств высокого качества с низким кредитным риском. Однако агентство заявило о вероятности ухудшения рейтинга из-за роста госдолга и сомнений в способности властей к реализации реформ. Глава китайского Минфина, выступая на форуме по вопросам развития Китая, с подобной оценкой не согласился. Во-первых, я заметил, что на рынке соответствующие индексы суверенных долгов Китая не изменились из-за негативного прогноза Moody's. Обменный курс офшорного юаня повысился. На международных фондовых рынках никто не начал игру на понижение против Китая. Честно говоря, меня не очень заботят рейтинги. Факты говорят сами за себя. Реакция рынка, решимость китайского правительства и наши следующие шаги покажут нашу уверенность и возможности.